Буэнос Диас, мои любимые. Сегодня я в Гранадия де Абона нахожусь. Точнее, уже вышла за пределы населенного пункта, поэтому теплая назад. Внезапно. Она не очень большая. Ну, как бы она. Этот населенный пункт не очень большой, но как бы я уже прошла за пределы внезапно него. Поэтому я сейчас иду назад, ближе к центру. И заодно вот поснимаю себя и местные окрестности увидите. Людям, конечно, немножко непривычно, потому что что-то тут какие-то туристы лазят, кроме меня здесь ни одного туриста больше нет. Еще футболочки Барселона. Они думают, что я с Барселоны. Но я даже не знаю испанского языка. Поэтому это ошибка. Видите, чтобы вы убедились, что я нахожусь высоко в горах, вот там где-то там океан. Там где-то далеко-далеко океан. А я высоко в горах. Ну, не на максимальном пике, но прилично. По самочувствию моих барабанных перепонок мы высоко. Ну, кто-то уже кричит. Мне нравится, когда я снимаю, обязательно кто-то мне что-то кричит. У них это вызывает еще больше интерес ко мне, когда я что-то снимаю. Не знаю, почему. Напишите в комментариях, если вы знаете, почему испанцы постоянно там что-то кричат мне с машин. Ну, тут просто других пешеходов нет, поэтому у меня вариантов нет. Может быть, кричат другим автомобилистам, но это очень редко, потому что они их не слышат. Это я только могу их услышать. И то это не точно. В общем, хожу, никого не вижу, пешеходов больше, только котики, ящерицы. Люди из местного бара, тут одного, где я проходила, так посмотрели на меня, типа, кто это идет, куда она идет, к нам, не к нам. Тяжеловато, в общем, себя снимать. Хоть бы не упасть. Тут сельское хозяйство небольшое. Вижу. Что вам еще рассказать? Погодка хорошая. Периодически встает пасмурно из-за облаков. Сейчас, напоминаю, конец, уже скоро июль, конец июня. На Тенерифе, но тем не менее здесь именно мне погодка нравится, потому что здесь вот и сейчас, в данный момент, возможно, тут более солнечно, другое время года. Но сейчас вот пасмурно, периодически выходит солнце, но потом оно опять прячется за тучи, и так как мы в горах, тут намного свежее, чем у океана. У океана там солнечно. Я вижу отсюда, что там нет облаков. Машины думают, что я их снимаю. Ну, как стандартно, короче. Как вы понимаете. Выбралась на прогулку. Мне такие прогулки помогают лучше думать. Мой мозг более активен. Память улучшается, сон улучшается, когда я бываю в новых местах, гуляю на свежем воздухе. Хотя у меня в квартире сплошной свежий воздух, там окна, двери, два в одном, они практически никогда не закрываются, они открыты. Я тоже живу немножко в горах, не так высоко, как здесь, но в горах. И воздух, в принципе, как на улице. У меня нет такой необходимости выходить подышать воздухом, так как в квартире, собственно, так же, как на улице, или можно выйти на балкон еще для уверенности. Но когда я вот хожу в горах, тут давление посильнее, оно давит на мозг и заставляет его быть более активным. Это такой вид отдыха, в общем-то, от отдыха
Ставьте лайки, кто тоже любит такой отдых, пошариться где-то, непонятно где. Не очень популярных и известных местах, но интересных и новых. Местные, ну, точнее, жители Тенерифе, канадцы, говорят, что я очень хорошо уже знаю Тенерифе за такой короткий промежуток времени, что я очень хорошо ориентируюсь в пространстве. Ну, это мне в самом начале еще говорили, когда я только приехала, что я там в больших городах хорошо ориентируюсь. Это такое, ну, конечно, хорошо ориентируюсь. Я же раньше жила в большом городе, миллионном, двухмиллионном, трехмиллионном. Хеллоу. Долги. Пришел. Кто-то, наверное, вот там с балкона где-то кричит. Вышел. В общем, поэтому я хорошо ориентируюсь. А знаю много мест, потому что во многих местах, в тех, о которых я знаю, я была. Ну, иногда слышала. Но чаще всего я езжу, смотрю, там что-то новое. И вот так вот потом знаю. Это такие бесценные, на самом деле, знания, но, как я уже упомянула, это помогает мне освежить мозг от ненужных вещей. Там видно, что почем, не знаю, надеюсь, вам что-то тут передаются какие-то местные красоты. Через камеру машина резонировалась. Вот туда, если вот в сторону свернуть, сюда как бы спуск, а туда подъем чуть-чуть в горы. Если туда свернуть, ну, там не глубоко улица уходит. Я по карте глянула, не буду залазить. Ну, может, сейчас чуть-чуть пройдусь по одной из главных улиц, не знаю насчет самой главной, но одной из главных точно. Возможно, поднимусь, если буду натхнена. Так, аккуратненько. Мне нравится вот этот поворот такой красивый. И цветами еще обсажен. Прикольно, как думали. Главное, глаза себе не выколол. Об растения. Кто-то с дороги идет. Что долги меня не съел. Он сейчас, может, будет ждать, когда он что-то встать. Ну, не доги, а хозяин пса. Солнце пока я когда пройду. Потому что тут узкий тротуар и слив. А я так могу выйти на проезжую часть. И это будет не очень. Вышли немного на проезжую часть. Хоть мы единственного человека увидели, который шел навстречу. Но там еще были люди, там работники бара, или я не знаю, как назвать. И вот кто-то с собачкой гуляет. Так, я прибыла опять к церкви. Сейчас выберу себе какой-то интересный маршрут. И хочу модок. Хотеть не вредно. В общем, такие дела в Гранадии или Гранадилья.
на русский манер перевод в интернете. Но я бы так не переводила, на самом деле. Она не так читается. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, колокольчик, комментарии пишите, с удовольствием. Интересно будет вас послушать и вести диалог, а не монолог. Так что подписывайтесь на канал. Еще раз всех призываю, ставьте лайки. Ну, по традиции, до новых встреч. Hasta pronto.